музика – це спів душі, підхоплений голосом та музичними інструментами. Передати свої почуття через музику і пісню запросили в Балтську школу мистецтв її дві випускниці – Дар'я Головачко та Ганна Цвігун, разом із своїм талановитим викладачем сольного співу Наталією Тітарчук. Музика – царство мелодій, вічна чудова краса, ніжна і тиха, як подих, грізна, як літня гроза. Серце і душу зворушить, тугу наверне в очах, радує, солодко мучить, виллється в росах сльозах. Музика трепетно й тонко грає на струнах душі, ніжно хвилює, вражає, лагідно пестить, як у вісні. Музика ніченька темна, світлий і сонячний день, шторм в океані і буря опер, сонат і пісень. Любов і ненависть – все є, кохання і чорна зрада. В романсі, в пісні, в блюзі, в серенаді Бог дарував прекрасне, мудре і вічне. Для людства музику, що житиме одвічно. Добрий вечір! Сьогодні ми запросили вас на сольний концерт випускниць відділу сольного співу Головачко Дарії та Цвігун Ганни. А зараз слово надається викладачу Тітарчук Наталії Іванівні. Добрий вечір, дорогі друзі! Очень рада вас сегодня всех приветствовать и очень благодарна, что вы пришли нас поддержать. Сольный концерт – это всегда очень ответственное мероприятие. Мы к нему идем 6 или 8 лет, как у кого получается. И это итог нашей работы. Я сегодня буду кратко и только хочу пожелать нашим выпускницам от всей души сегодня выложиться, показать то, чего мы достигли, показать еще раз, что значит музыка в нашей жизни, для чего она нам нужна в жизни. Хочу, чтобы вы все поддержали и не были строги к нам. Мы будем от всей души стараться. Еще раз благодарю вас от всей души. Всего хорошего, девочки, вам. Добрый путь. Музика Верменича, слова Новицького, знову запахли троянди. Виконує тріо у складі Головачко Дар'я, Цвігун Ганна, Тітарчук Наталія Іванівна, концертмейстер Гнатюк Ліна Миколаївна.
Музыка Шуберта, слова Штольберга, Баркарола. Виконує головачка Дар'я. Музика Фоміна, слова Германа, «Только раз», виконує Цвігун Ганна. Пісня «Одарки» з опери «Запорожець за Дунаєм», виконує Цвігун Ганна. Ой, казала мені мати, ще й прикрою.
Почуйте пісню, сповнену краси, в своїм розмаї про мене стоніжно. У кожній квітці крапелька роси, і мелодія у ритмі надзвичайна. Музика Гріга, слова Андерсена «Люблю тебе», виконує головачка Дар'я. Музика Лисенко, пливе човен, виконує дует головачка Дар'я Тітарчук Наталія Іванівна. Слова Кареєва «Тібі одной». Музика Біксіо «Лунна серенада» виконує Цвігун Ганна.
тебе одной все чистые желания, любовь мечты всей жизни молодой, все радости, надежды, упования тебе одной, тебе одной, тебе одной все сердца увлечения. Музика Алексеєнко, слова Корнієнко «У саду вишневому». Музика Раєвської, слова Барто «Апрель», виконує головачка Дар'я. Стану під колиною.
Музика «Поклада», слова Рибчинського, скрипка грає, виконує Цвігун Ганна. Ти
Слова прості і лагідні про маму, крилом торкають душу без кінця, і випливає ніби із туману мелодія, що полонить серця. Музика Майбороди, слова Малишка, рідна мати моя, цю чудову пісню Дар'я та Ганна присвячують своїм матусям. Яке це справді диво, вона підносить в сині небеса, ти невагомий і летиш щасливо, а навкруги простори і краса. І стільки щастя, радості легкої, любові, світла, ласки навкруги, краси божественної, неземної, реальність враз втрачає береги. Табандіс, вальс мюзет, виконує Білик Максим.
Надя. Виконує Тітарчук Наталія. Іспанська серенада «Паде Спань» – дует у виконанні Монастирської Анастасії та Гнатюк Ліни. Зараз друге відділення продовжує головачка Дар'я з піснями «Карпати» та «Тече вода». Ой, летять лелеки, летять далеко, шукати рай. Я ж лишаюсь дома, бо тут смереки, бо тут мій рай. Нечесний кольоровою розмовляла з дівробами. Тут мені дала доля на крила, як така крила.
смаль. Я зустріну їх піснею, про мене стою чистою, про той край, де дитинства я кожен день пила, воду шерила. Я така крилата боросла в Карпатах, боросла в Карпатах, де орел літак. В мене очі сині, бо на Україні сині, сині море, небо і вода. В мене мов колося золоте волосся, бо на Україні осінь золота. Я співаю дзвінко, бо я українка, хто мене не любить, їх мені шкода. Вашої уваги виступ Цвігун Ганни з піснями «Іва» та «Гітара». Там
Листя ми вчора гуляли в місті, ніту ні цвіточка, ні тропінки, там тепер і ласкавая пісня, більше не слышна. Горько плачет ива понад річкой, на небо не смотрит, как бывало, больше не приходит мой любимый, я теперь одна. Вот и не стучит мое сердечко, вот и было счастье, да не стало, просто раньше я была любимой, а теперь она. Лето убежало, не вернется, и никто, наверное, не ответит, почему недавно было солнце, а теперь луна. Горько плачет ива понад речкой, на небо не смотрит, как бывало, больше не приходит мой любимый, я теперь одна. Вот и не стучит мое сердечко, вот и было счастье, да не стало, просто раньше я была любимой, а теперь она. Словами не расскажешь, если я навеки позабыта, значит, не нужна. Горько плачет ива понад речкой, на небо не смотрит, как бывало, больше не приходит мой любимый, я теперь одна. Вот и не стучит мое сердечко, вот и было счастье, да не стало, просто раньше я была любимой, а теперь она. На-н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 а-
лишаєш серце на показ. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знов? Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знов? Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла моя кров. З тобою важко не зважати, від себе нікуди втікти. Сьогодні свято, завтра втрата, сьогодні ми затра вони. Початок і де кінець знаєш ти. На завтра можна не чекати, все, що маєш, забери. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знов? Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. Анечка подарує нам пісні «Вільний птах» та помолимося за родителей. Він чекав, а вона
Хочу присвятити своїм батькам. Я відпіла в зрослій житті рано, ну а зараз би убіжати, в дитинство убіжати, як хочу к тебе прижаться, мама, і папі тайни розказати. Помолимся за родителей,
всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согреем. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Мир вам, люди! Цю пісню дарують всім присутнім головачка Дарія та цвігун Ганна. Мир, мир, мир всім! Вау, вау! Мир, мир, мир всім! Мир всім! Хочу пожелать света безконечного, мир всім! Доброго, теплого, вечного, мир всім! Сердце весна, а не кончается с мира внутри тебя. С мира внутри тебя все начинается. Друг, послушай, солнечный свет мою греет душу. Я поделюсь светом и с тобой. Время пришло, отпусти слететь. Мне так хочется петь о любви. Об искренней, большой, настоящей. Мир всем! Хочу пожелать света бесконечного. Мир всем! Доброго, теплого, вечного. Мир всем! Пусть сердце веса, а не кончается. С мира внутри тебя. С мира внутри тебя все начинается. Мир, мир, мир всем. Вау. Мир, мир, мир всем. Вау. Мир, мир, мир всем. С мира внутри тебя. С мира внутри тебя все начинается. Береги, что чувствует сердце, чем оно дышит, знай. Впереди новая весна. Время пришло, отпусти слететь. Мне так хочется петь о любви. Об искренней, большой, настоящей. Мир всем. Хочу пожелать света бесконечного. Мир всем. Доброго, теплого, вечного. Мир всем. Пусть сердце весна, а не кончается. С мира внутри тебя. С мира внутри тебя все начинается. Желать света бесконечного. Мир всем. Доброго, теплого, вечного. Мир всем. Пусть сердце весна, а не кончается. С мира внутри тебя. С мира внутри тебя все начинается. Мир, мир, мир всем. Вау. Мир, мир, мир всем. Зараз до слова запрошуємо заступника директора з навчальної частини Камінську Лідію Володимирівну. Умниці, красавиці, преподаватели і ученики, всі наші школи, поздравляємо вас з цим великим событием вашої музикальної житті. Це событие не тільки для вас, событие для всієї школи завжди, тому що підготовити такой концерт могут только лучшие, а вы у нас одни из лучших. Это большой-большой труд. Вы скоро станете преподавателями. И мы надеемся, что знание музыки и любовь к музыке вы продолжите в своих учениках. Мы желаем вам также, чтобы вы были успешны в своей работе.
чтобы вам успех и удача сопутствовала вообще по жизни. Вы замечательные дети, мы гордимся вами. Вы выросли отличными людьми, не только, а музыкантами отличными. Вы доказали сегодня, что вы прекрасные вокалистки. И просто мы не сомневаемся, что музыка с вами будет идти всю жизнь рядом. Желаем вам человеческого счастья. Пусть в вашей личной жизни все тоже только сложится отлично. Чтобы вас жизнь поменьше огорчала и побольше радовала. Побольше приносила радостных минут. Я вас от души поздравляю и благодарю вас. И хочу, конечно, поблагодарить родителей за то, что привели к нам когда-то таких талантливых детей. Хочу и поблагодарить, конечно, Наталью Ивановну, их преподавателя. Это талантливый педагог, как вы не раз убеждались, прекрасная вокалистка, которая может научить и не только вокалу, но и отношению к музыке, к жизни. Удачи, успех вам растить таких же, долго-долго растить талантливых детей. Спасибо. Огромная благодарность. То также я приношу талантливейшему преподавателю, талантливому концертмейстеру Лене Николаевне. От того, какой концертмейстер, тоже очень много зависит, как все прозвучит в концерте. Так что тоже Николаевна, большой успех и большая благодарность. Спасибо, Лидия Владимировна, за чудесные слова. И я хочу тоже присоединиться к поздравлению, пожелать девочкам прекрасной судьбы. Я знаю, девочки, этот день у вас запомнится на всю жизнь. Ваш первый сольный концерт. Вы, я думаю, долго будете помнить, как мы готовились к нему. Буквально за 2 дня у нас было желание отменить все, потому что Дашечка заболела. Представляете, в понедельник, вот мама звонит. Но она собралась, не знаю, это просто божье чудо какое-то. И все-таки концерт состоялся. Потому что я уже объясняла и маме, и всем присутствующим, что переносить мы ничего не будем, некуда просто. У нас очень насыщенный график. И поэтому я настолько счастлива, что концерт состоялся, несмотря ни на что. Я благодарна всем вам присутствующим, что вы пришли поддержать нас. Вы себе не представляете, потому что ваши глаза, ваши сердца – это то, к чему мы стремились. И ваша благодарность, с какой вы сегодня нас встречали – это стоит очень многого. Это все ради вас. Спасибо, Лидия Владимировна, еще раз за ваше мудрое руководство. Особая благодарность Лине Николаевне. Действительно, без хорошего концертмейстера концерт не прозвучал бы настолько объемно и профессионально, как это сделала Лина Николаевна. Огромное тебе спасибо, дорогая моя. Девочки, ну, конечно, сегодня ваш праздник, и я приготовила для вас памятные сувениры. Возьмите, пожалуйста. Анечка, тебе. Вы молодцы, вы талантливые, вы можете организовать себя музыкальные. Спасибо вам за все. Мне было эти годы очень комфортно с этими детьми работать, обучать их, ну, просто существовать, жить. Они очень хорошие девочки, замечательные, добрые, отзывчивые. И, конечно, таким людям Бог должен помогать, и у них должно быть все хорошо.